Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы разберем ноутбук Acer Aspire Extens, извините, Acer Extens 2510, номер модели Z5WBH. Полное название EX2510G-345E. Проблема в ноутбуке состоит в том, что винчестер вышел из строя, его нужно заменить. К сожалению, здесь нет места для открытия и замены винчестера, нужно будет разбирать. Вот я вам продемонстрирую, как он работает. Вот этот стук, это проблема с винчестером. Windows не загружается, и возникает ошибка No bootable device, insert boot disk and press any key. Выключаем ноутбук. И начинаем разборочку. Снимаем аккумуляторную батарею. С помощью шуруповерта быстренько сейчас выкручу все винтики. Все. Учитывая количество винтиков, разборка ноутбука с помощью шуруповерта это очень быстро и удобно. Переворачиваем, чтобы все винтики у нас выпали. Вот у нас несколько винтиков. Почему-то не выпали. Вот он. С помощью магнитной отверточки я его вытащил. Так. Здесь есть еще. Не захотели они вытаскиваться. Пожалуй, все. Теперь аккуратненько вытаскиваем DVD-ROM. Вот он. DVD-ROM. Ставим в стороночку. Теперь нужно открутить или снять клавиатуру. Сейчас мы посмотрим, как это сделать лучше. Так, значит, что у нас здесь? Нет, здесь у нас идет верхняя крышка полностью снимная вместе с клавиатурой. Так, значит, аккуратненько скрываем с помощью отвертки или другого предмета. Так.
Кстати, качество самого ноутбука не очень. Он такой весь расхлябанный. Кажется, что он сейчас разлетится на две части. Такое ощущение. Сторону. Есть. Нужно проверить. Кажется мне, что здесь еще несколько винтов осталось где-то. Смотрим внимательно. Так. Что-то еще держит. Вот. Все, в принципе, оказывается. Нужно было немножко сильнее потянуть. Все, у нас уже отключилось. Теперь смотрим, как нам отключить шлейфы. Здесь у нас есть еще шлейфы. Чтобы они у нас не повредились, нужно аккуратненько отцепить их. Вот там, видите, да? Аккуратненько дотягиваемся до них. Вот один, есть, второй. Смотрите аккуратно, работать с шлейфами нужно очень внимательно, чтобы они не порвались, не повредить их. Так, есть, шлейф отключил, еще один остался, вот маленький шлейфик. Можно его также отсюда, будет намного легче. Так, все аккуратно поднимаем. Вот такая у нас верхняя часть снята.